Короче, некоторые спрашивают, чем же закончилась эпопея с заменой радиатора. Хозяин приобрел машины, приобрел еще вот один такой ящик. Говорит, что обошелся он где-то десятку, это там плюс-минус $400. То есть он без всех этих управлений, без электрического этого подогревателя, без моторчика. Ну, то есть переставляем так. Вот это радиатор кондиционера. Первый раз вижу, чтобы так выглядел радиатор кондиционера. Вернее, испаритель, чтобы быть уже предельно точным. Испаритель кондиционера Renault Logan. Вон вот так вот выглядит салон. То есть просто развалили все, чтобы добраться до вот этой фигни. Причем не только испаритель сгнил, еще и трубка была сгнившая под этим самым, под капотом. Пришлось еще и трубку переделывать. Ну, оно поэтапно, так сказать, вылазило. Причем вылазило так где-то за неделю.